Так, ну что, опять нужно эко. Что? Все хорошо. На! Еще твой скинган. Этот смотрит на меня. Он у меня отжал калаш в итоге. Просто взглядом, да, типа молча. Да смотрел так на меня грубо. Я решил отдать лучше от греха подальше. Типа, ну как можно так повестись, не знаю, на фейк какой-то. Ну, это странно. Мне непонятно. Доброй ночи всем, доброй. Блин. И Марин сразу наблюдает, как ты. Ну мог бы хотя бы выстрелить, написать, сказать, что угодно, блин. И Марин просто стоит, споткнулся. Один КТ и... Бейте, он раздефьюзит. Я заметил, что такая хуйня у меня именно... Вы долбоёб... Вы... Слева Марин, он там... А, всё, Аркаш убивает. Хорошо. Вот, как ты скачешь стрим? Он медленно АВП доставал, да, я видел это. Слушай, он такой злой пиздец, когда молчит, еще злее, чем обычно. Вот это лицо реально его сейчас... Ой. Почему я, а не Марин? Почему Марин, а не ты, типа? Почему? Марин, ты слышал? Это везет гнида какая. Тактика такая. Переход. Ладно, дроп залутали. Поплыли теперь обратно. А плыть до хрена. Да, это займет какое-то время. Слушай, я вот всю игру лутался, да? Уже 16 лайф. Если мы не постреляем и сдохнем, я ее удалю. Потому что у меня все идеально. Ну, насколько это возможно, блядь. А ВДшки у нас у обоих, третий шлема. Мы должны выигрывать это по-любому. Мы плыли примерно... Ну, не меньше 5 минут туда-обратно. Больше 5 минут. Где-то 7. Последние 7 минут мы в воде. Плывем. Сейчас вылезем. Это игру для будущего зрителя, который увидит сейчас, как мы сдохнем, скорее всего, через пару секунд. Да ебать! Да нет! Да ну нет! Да нет! Оплывай, да нет! Оплывай! Не сдавайся! Просто блядь. Так не сдавайся! Столько времени, блядь! У нас УВДшечки! УВДшечки! Я знаю. Но я не успеваю ее юзануть. Недоступна воде, блядь! Я удаляю эту игру прямо сейчас, на... И никогда больше не установлю... Папк, иди на... Иди ты на... Не, я рад тому факту, что я удаляю эту игру, правда. Вот я могу сказать спасибо Снупи, я твою, конечно, мать, а если он еще и берет топ-1, я больше никогда не установлю PUBG. Никогда. Да! Как хорошо! Ой, боже, как хорошо! Он себя ВВДшку отрождает, да? Но он все равно сдох. Он не успеет. Ой, как хорошо! Ой, как мне хорошо! Ой, как мне... Давай вторую АВД! Вторую АВДшечку, да, как мне хорошо! Он 3 раза сдох для нас, Вась. 3 раза. 2 раза на бис. Ой, как хорошо. Боже, блядь. Какое приятное возмездие. С ума сойти. Это его жопа взорвалась. А знаете такую ситуацию, вот когда ты хочешь поиграть в какую-нибудь игру из своей библиотеки, но она весит десятки гигов, и ты не хочешь ждать загрузки, и тебя это останавливает, и все вот это вот. А ты всего-то хотел на полчасика заскочить в какой-нибудь Elden Ring, убить пару мобов и пойти спать. Так вот, чтобы не отказывать себе в таком удовольствии, есть облачный сервис MyGamesCloud. Он может запускать игры из твоего любимого лаунчера, просто связываешь аккаунты и сразу залетаешь в игру. Сервис может передавать картинку до 4К и 120 FPS. Мощность вашего компа не важна, только скорость интернета. Кстати, добавлена возможность играть в браузере.
И можно вообще себе ничего не устанавливать. А для тех, кто не любит сидеть на месте, есть приложение на Android. Можно играть в свои игры с ПК прямо на ходу. Опробовать сервис можно просто по ссылке в описании. Если вы видели прошлое видео по GTA, то знаете, что мы поучаствовали в одной такой нехилой передряге с вертолетами, погонями, самолетами, взрывами, освобождениями и так далее. Я думал, это приключение закончилось, а оказалось, что нет. Дождитесь, когда кабинка подъедет к вам. Боже, я просто хочу уединения, я просто хочу покататься на этой карусели и все, оставьте меня, а. Ты автоматически сел, да? Блять, я ухожу нахуй отсюда, там куча людей, не знаю, мне неуютно, я хотел один прокатиться. Я убегаю, пока они едут, блять, убегаю просто, уезжаю! Тут толпа, о! А что происходит? Стоять. Блять. Молодой. Я... стою. Что происходит? Что? Сэр Вагнер, добрый день. Добрый день. А где ты? Вы опасно выглядите. А что происходит? Мы наконец-то с вами встретились. Оставайтесь на месте. Это вы меня освободили, да? Оставайтесь на месте, сэр Вагнер. Кто, сэр? Я слышал, вы здесь были с другом. Я был с другом. Вася, у меня проблемы. Вася, у меня проблемы. Это же вы нас освободили, правильно я понимаю, в тот раз? Или я нет? Я не понимаю, что вы говорите. Из тюрьмы вы нас освободили или нет? Господин Вагнер. Мне пора. Какой господин? Я не Вагнер, вы меня с кем-то перепутали. В смысле, господин Вагнер? Остановитесь. Я не господин. Акажа, помогай, вот я рядом, я иду, меня ведут. Я не господин Вагнер. Я однозначно не ошибся. Остановитесь, сэр Вагнер. Я стою. Руки за голову, сэр Вагнер. Вась, я в пакете. Свободной рукой открою багажник автомобиля. Почему меня в багажник засовывают? Запихну человека внутрь. Кровь льется, прям на моих глазах люди мрут. Я так понял, нас похитили. Ну получается так. Ну только почему вас? Они? Так, я сейчас куплю оружие, вы мне скажете меточку на карте, я приеду вас вызволять, блядь. Мы все сделаем. Но мы, блядь, не знаем, где мы. Собирай, Кирилл, собирай людей! Собирай людей! Давай, люди, все, кто на стриме, блядь. Я выпал из багажника, меня переехали, я убегаю. Я убегаю тоже. Блядь, Вась, ну я в мешке, я не могу понять, вот это они... Блядь, меня переехали снова! Нас не так много, как хотелось бы, но мы едем. Вась, да. Мы в подземелье. Давай, каком-то, в подземелье, в какое-то подземелье, около давай, буква... Мы едем. Где я? Все в порядке? Ну, за исключением того, что меня похитили, прострелили голову и ранили в попу, все в порядке. Где я? Сейчас мы исправим эту ситуацию, свяжите ему руки, наденьте мешок и развяжите. В смысле мешок? Вы же только сняли его. О, я прошу прощения, клянусь богом, это просто рефлекс. Не-не-не-не-не! Это было... Все. Все, погнали, залетаем. Вась, давай, Кирилл. Давай, мы едем. Они уедут. Куда едете? Надо сейчас прям входить уже. Мы входим. Назначение. Вась, на нас опыты будут ставить. Не думаю. Скорее всего, нас просто выкинут. Раз, два, погнали, парни. Пизда, блядь, Андоном! Вась, все. Вонок! Мясо, Вась. Что происходит? Они всех убили, блядь. Все выебали, слушай, как думаешь, нас будут насиловать или нет? Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Но только тебя. Ты будешь смотреть на это? Да. Наверное, поэтому тебе мешок и не надеюсь. Скорее всего. Вась, все, я походу начинаю разруливать потихонечку. Начинайте с белого. Подождите, вы же сказали с вас. Абсолютно верно, господин Вагнер. Так, можешь, а почему я? Дружище, закатать. Вась, подожди, не переживай. Возможно, это что-то. Какая-то у тебя будет какая-то суперсила, не переживай. Напасть, господа. Ладно. Спасибо. Хорошо, я готов. Ради науки. В смысле, второй. Я пока не хочу. Я хочу посмотреть, пока как будет работать инъекция на товарища. Я хочу понять, какая у меня суперсила теперь. Что я могу? Могу убежать? Суперсила! Я не хочу эту инъекцию! Я увидел, какая суперсила! Ладно, понял. Не надо инъекцию! Не надо инъекцию! Я не хочу быть обезьяной, блядь! Я хотел суперспособности! Ебать! Господин Вагнер, ваши суперспособности, как вы заказываете? Какого хера? Вы не будете буянить? Как ваше состояние? Как вы себя оцениваете? Очень сильно чешется анус! Что с моей ногой? Данил, ты как себя чувствуешь? Я только сейчас себя увидел! Я смотрел от первого лица, блядь! Господин Вагнер, вы довольны результатом? Если я скажу нет, что-нибудь изменится? Нет. Тогда доволен. Вы можете меня убить?
Пока вы не схватили мышку своими руками, вам скажу, что на нашем сервере InSquad сделали крупное обновление. Добавили тачки, Battle Pass. Короче, сейчас самое время туда залететь и посмотреть, что там интересного есть. Тем более, что я сейчас гораздо чаще там нахожусь. Мы делаем прикольный интерактив, с многими видимся, общаемся и реально вот ждем вас всех. По ссылке в описании можете туда залететь, все максимально просто. Буду ждать. Ну а на этом сегодня все, друзья. Всем желаю хороших выходных, кончились, будних дней. И ждем следующих выходных. Всем покеда. Блять. Почему всегда все заканчивается смертью и стрельбой? Объясни мне, пожалуйста. Почему даже когда мы стали обезьянами, все равно была перестрелка, блядь? Вась, у меня жопа похожа на какого-то актера.